оптимальный вариант использовать руку для стимуляции тела члена, а рот для головки. Имейте в виду, что ствол не столь чувствителен, как другие интимные мужские зоны, поэтому не бойтесь крепко его сдавить. Головка напротив очень чувствительна, так что теплый влажный рот для нее самое то. Техника Е. А плотно сожмите пенис в руке, поднесите губы к головке. Представьте, что эти две части вашего тела связаны. Затем начинаете двигаться вверх-вниз по члену в течение несколько минут. Это стандартный прием, к которому вы можете возвращаться на протяжении минета. А мошонки часто и незаслуженно забывают. Не совершайте эту ошибку. После того, как войдете в ритм с базовой техники, переходите к следующему шагу. Возьмите яички в свободную руку. Помните, они чувствительны, поэтому вам нужно найти оптимальную степень давления. От легкого мужчине будет щекотно, а грубое сжатие причинит боль. Ласкайте мошонку пальцами, продолжая делать минет большими и указательными пальцами. Осторожно защипните кожу между яичками и попробуйте подвигать пальцы от основания члена вниз. Затем ласкайте эту область ртом, продолжая стимулировать член рукой. Оближите яички, да, возьмите их в рот. Пройдитесь языком между ними от задней части мошонки к передней. Не забудьте о простате. Возглавляет рейтинг наиболее игнорируемых зон, конечно, анус и простата. Для многих гетеросексуальных мужчин их стимуляция жестко табуирована и очень-очень зря. Но все же, прежде чем вторгаться в святая святых, получите от партнера явное разрешение. Если парень не согласен на анальные ласки, попробуйте стимулировать его пальцем.